Какие симптомы должны вас заставить насторожиться и немедленно обратиться к врачу? Первое – это боли в грудной клетке, в области сердца, давящего, сжимающего, жгучего характера. Иногда с радиацией в левую руку, сопровождающейся одышкой, сердцебиением. Второй симптом, на который серьезно нужно обратить внимание, это наличие перебоев в работе сердца, которые пациент сам чувствует. Третье – это сильная одышка, слабость, иногда вплоть до потери сознания, помутнения сознания. При этих симптомах немедленно необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. И до приезда скорой медицинской помощи, если у вас есть дома валокардин или изокет-спрей, то, соответственно, им воспользоваться, принять удобное положение с тем, чтобы можно было легко дышать, обеспечить свободный доступ воздуха.